Мир всем, братья и сестры, благослови вас всех Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Меня заряжает то, что говорит Бог. Меня не заряжает то, что мне говорит какой-то человек. Но меня заряжает лично то, что происходит тогда, когда нету людей. Когда я сам читаю Библию и когда я сам иду за Богом. И вот как раз вот это меня заряжает. Из-за этого я хочу каждому из нас то же самое сказать. Читайте сами Библию. Этот канал посвящается всем людям, кто хочет идти за Богом. В Библии стоит, чтобы у нас был один Учитель Христос, и чтобы у нас был Отец и Отец Небесный. Аминь. Это Господь, и что у нас Дух Святой нас ведет. И этот канал принадлежит всем детям Божьим, кто хочет идти за Богом. Из-за этого я говорю всем, у кого есть свидетельство, откровения, записывайте. Я буду выставлять, говорить. Мы все одно тело. Аминь. Бог не только мне этот канал дал, Он этот канал дал нам, детям Божьим. Из-за этого, братья и сестры, давайте жить и заряжаться Богом. Этого хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы состоялись в Нем, чтобы мы жили в Нем и делали так, как Он хочет, а не этот мир. Благослови вас всех, Господь, сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.